Перед началом конференции районные организации БРСМ презентовали свою деятельность. Выставка молодежных проектов и идей отразила все самые актуальные и интересные направления работы. Основная задача – это выдернуть людей, как правило, именно наших детей, ну, юношей, именно на улице, чтобы побольше уделяли внимание именно активному образу жизни. Это патриотическая направленность именно на то, чтобы молодежь не забывала о том, что происходило в военный период, во время Великой Отечественной войны, чтобы они это помнили, пронесли дальше, показали это своим детям, рассказали. Брестская областная организация объединяет в своих рядах больше 60 тысяч юношей и девушек. Приоритетными направлениями работы, как и прежде, остаются гражданско-патриотическое воспитание, волонтерское движение и организация вторичной занятости молодежи. Вместе с тем есть и проблемные вопросы. Вроде бы численность-то большая, скажем, больше 60 тысяч, но практически не охвачена молодежь, которая работает в частном бизнесе, а это, в общем-то, достаточно большая прослойка уже в нашем обществе молодежи. Недостаточно, наверное, БРСМ работает и с теми, кто сегодня работает в сельскохозяйственных предприятиях, и в промышленности, то есть рабочая молодежь. Поэтому, конечно, это такой очень большой кусок, как говорится, работы. Есть, конечно, и к чему стремиться, и проблемы, поэтому вот раз в три года мы собираемся для того, чтобы, скажем так, сверить часы, для того, чтобы наметить планы на следующий период работы, для того, чтобы молодежь, которая сегодня работает, которая сегодня верит в организацию, состоит в организации, это более 60 тысяч на территории Брещины, чтобы эти ребята нашли себя в организации. Ну, конечно же, мы ждем новое пополнение. Это для нас очень важно. Думаю, что все должно получиться. Работа Брестской области получила высокую оценку на уровне республики. По-настоящему новаторскими названы военно-исторические реконструкции с участием зарубежных клубов, поисковые операции за пределами республики и Брестская инициатива по строительству молодежного патриотического центра. Не только патриотизмом сильна Брещина. Неплохо работают студенческие отряды. Кстати, за эти три года несколько сотен ребят поработали на строительстве атомной нашей станции, то есть это всебелорусская стройка, где ребята из Бреста вносят свой существенный вклад. Очень неплохо представлено волонтерское движение. Вот даже сегодня на выставке мы общались с представителями волонтерского движения «Доброе сердце», и действительно ребята с добрыми сердцами оказывают помощь тем, кто в этом нуждается. Конференция собрала 250 делегатов из всех уголков области. Каждый из них приехал сюда поделиться своими идеями и планами. Наша молодежь, белорусская молодежь, активна. Я ожидаю от конференции, что мы наметим планы движения молодежи на будущее, что молодежь будет развиваться. Мне, допустим, интересно развитие молодежи в интернете, вот это направление. Ожидаю, что, может, какие-то пути развития будут в этом плане на этой конференции обозначены. Брестская область, город Брест, они всегда традиционно являлись лидерами патриотического воспитания. Я надеюсь, что как бы вот это знамя лидеров патриотического воспитания, мы его и сейчас будем держать высоко и по-прежнему будем являться примером. Из основных перспектив на ближайшие три года первый секретарь областной организации Виктор Иванов отметил неформальный подход к пополнению рядов. Ставлю первую задачу перед областной организацией не допускать падения численности, стремиться к 25% росту от общего количества молодежи в регионе, а также к полному 100% сбору периодических членских взносов. Однако хотел бы вас предостеречь от использования формальных методов принятия молодых людей в ряды БРСМ. В организацию должны приходить убежденные ее сторонники. Работу областной организации за отчетный период делегаты оценили на отметку «хорошо». Впереди три новых года, чтобы успеть реализовать намеченное и в очередной раз доказать, что для нашей молодежи нет ничего невозможного. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.